Женская колония номер 78 в Шымкенте – единственное исправительное учреждение в республике. Главный омбудсмен страны знакомится с условиями содержания и отвечает на вопросы осужденных. Одна из главных целей Артура Алстаева – убедиться, что в исправительном учреждении не оказывают давления на отбывающих наказания, существует доступ к установленным терминалам и возможность заставить жалобы женщин в соответствующей инстанции, а в случае выявления пробелов – принять нужные меры. По большому счету, наша задача, как уполномоченного по правам человека Национального центра, удостовериться в том, что те преобразования, масштабные преобразования, которые проводятся в стране, они доходят до, что называется, до самой земли, до конкретного учреждения, что, значит, мы передали, вы знаете, с этого года медицинскую санчасть в Министерство здравоохранения. Хотим посмотреть, как проходит процесс передачи, действительно ли имеются ли какие-то сложности, потому что определенные жалобы по этому поводу тоже некоторые осужденные заявляли. Вот, и хотим понять, есть ли на системном уровне какие-то проблемы, вместе сообща решать. Несколько женщин, отбывающих наказание в исправительном учреждении, уже обращались за медицинской помощью. По их словам, медикаменты не доставляют вовремя, что затрудняет оказание экстренной помощи. Тем не менее, Жасмина, отбывающая наказание в исправительной колонии пятый год, говорит, что когда она просила помощь, проблем не было. Условия в колонии ее тоже не беспокоят. В законных правах нас не ограничивают. С родственниками общаемся раз в неделю. Есть возможность встречаться раз в 3-4 месяца. Никаких ограничений с этой стороны нет. Я сейчас здесь отбываю наказание по статье мошенничества. Половину зарплаты мы там компенсируем, дают такую возможность. С другой стороны, и время идет здесь быстро. В закрытом учреждении главный омбудсмен страны провел личный прием осужденных, выслушал их жалобы и запросы. Правозащитники отметили, что будут изучать информацию и искать решение проблем. Мы обследуем, есть ли слепые зоны на территории колонии. Территория должна вся просматриваться. Нужны камеры наблюдения, чтобы сотрудники могли видеть, применяется ли где-нибудь физическое насилие. Так называемые пытки. Чтобы не было таких действий со стороны сотрудников колонии или между женщинами при отсутствии персонала учреждения. Если будет видеонаблюдение, то на следующий день можно просмотреть видео и обнаружить с помощью камеры, как была нанесена травма. Если медэкспертиза, будет бессильна. Поэтому мы хотим обследовать, везде ли стоят камеры и нет ли в колонии серых непросматриваемых зон. В единственной женской колонии Казахстана сегодня отбывают наказание 195 человек. Около половины из них отбывают срок за особо тяжкие преступления. Однако специалисты отмечают, что несмотря на то, что они преступили закон, их права нарушаться не должны. Даниар Худайбергенов, Амантай Ульбеков, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании «Отрар».